Han sin funksjon. Då ser det ut som att det är inte mer. Vi är vid Виктор Лукян, 182,5 килограмма. Поздравляем, вес взят. Начинается второй пушкон Антонио. Все 2 килограмма Александр Милос. Затем будет Фокшамасом. Второй подход 175 Габриэла в Италии. Первый подход был неудачный. Без защиты. Кстати, Мунтян установил рекорд мира. Поднял 185 килограмм, вроде до 56 килограмм. Сейчас вес штанги 180 килограмм, и также представитель Италии будет это поднимать. Но хочу отметить, что следующим подходом Виктор Мунтян заказал вес 195 килограмм, категория до 56 килограмм. Женя была, да, не защита, вес не защита. Итак, сейчас будет выступать Виктор Мунтян. Фокша Максим заказал вес 160 килограмм. Виктор Мунтян заканчивает второй подход этого потока. Будет поднимать вес 195 килограмм. С весом 195 килограмм, но тем не менее он установил мировой рекорд, поднял 185 килограмм. Сейчас у него еще будет одна попытка. Вес штанги 122,5 килограмма, категория до 52 килограмм. Выступает Антония из представитель Сардинии, в общем. Вес 155 килограмм. За ним следует Фокша Максим. Двойное движение было. Без защиты. Все, Максим, 160 килограмм.
Так, есть штанги. 160 килограмм. Все, спасибо, Максим. Закончили, еще один только сделать. Все. Сейчас представитель Италии. 87 килограмм. Виктор Мунтян. Третий подход и попытка поднять 295 килограмм. Напомню, боксер Виктор Мунтян. Третий подход, 195 килограмм. Остается с мировым рекордом 185 килограмм. У тебя все равно рекорд есть. Все страшно. Все, закончили этот поток. Спасибо всем.